Приветствую вас. Вы свой вопрос задаете очень кратко. Вот, по сути, не совсем понятно, что вы хотите вообще получить от нас, от психологов, да? Вот. Может быть, вы даже обращаетесь не к психологам, может быть, вы обращаетесь к другим специалистам, вот. Но отвечу вам, исходя из психологической, так сказать, практики и опыта. Значит, первое, что нужно сделать вам, это выговориться. Это первое. Выговориться — это самое лучшее, что вы можете делать сейчас. Выговориться, выплеснуть все свои чувства, выплеснуть весь свой негатив, вот, который у вас есть на того, кто обманул вас. Вот. Просто освободиться от гнета этих чувств, отреагировать их, потому что они не дают вам возможности мыслить здраво. Вот. То есть я хотел бы, чтобы мы вот выбрали себе там, ну, психолога, например, да, и поработали бы с ним. Поработали бы с ним и как-то вот все вот это вот отреагировали, все, что вас беспокоит, все, что вас раздражает, все, что вас напрягает и так далее. Вот. Это первое, что нужно сделать. Второй аспект. Второй аспект связан с тем, что делать дальше. То есть это своего рода работа уже над, собственно, своим поведением, своим отношением к тому, вот, что произошло. Это работа по оценке вреда, по оценке негатива, по оценке негативных, отрицательных последствий для вас, ну вот, силы этой ситуации. И, соответственно, взять на себя ответственность за то, что произошло. То есть, по сути, на данный момент вы обвиняете, ну, другого человека, говорите, что меня обманул другой человек. Вот. Хотя на самом деле это не так. Вас обманул не другой человек, а вы, скажем так, вы позволили этому человеку вас обмануть. Вы хотели быть обмануты. Вы хотели, возможно, верить там, ну, в определенную иллюзию. Вы хотели, может быть, чтобы эта иллюзия была с вами, чтобы она имела место быть. Вот. Вам это для чего-то было нужно. И вот увидеть и понять, для чего нужна иллюзия, вот это вот вам, да, это самое главное, что нужно сделать. Как только вы к этому придете, как только вы
До этого дойдете. Вот. Вам сразу станет легче. То есть вы увидите свою роль в том, что случилось. И вы, возможно, уже не будете так себя, ну, обвинять. Не будете так страдать и мучиться. Вот. Как это происходит у вас сейчас, на данный момент. Вот. Нужно понимать, что обман, ну то есть обмануть можно того человека, который, ну не то чтобы прямо вот сам этого хочет, да, наверное, это было бы не совсем правильно сказать. Обман происходит тогда, когда человек слишком сильно полагается на другого, ну, на кого-то, слишком сильно полагается, например, на того, кто рядом, на того, кто близко, вот, и так далее. И вот вся тонкость в том, почему так происходит, вся тонкость в том, как вы оказались вот в этом вот, значит, ну, в этом положении, в этом состоянии, когда вас, по сути, обманывают. Вот. То есть вы излишне полагались там на кого-то. Вот. Вы возложили ответственность на этого человека, за себя, вот, и сделали это, судя по всему, ну, совершенно необоснованно, вот, ну, по крайней мере, так это выглядит со стороны. И вот уже это и нужно значит, анализировать. И тогда уже можно будет давать вам какие-то рекомендации, тогда уже можно будет вам помочь, тогда уже можно будет что-то для вас сделать. А пока что я рекомендую вам найти, как вы могли бы отреагировать свои чувства, свои эмоции, вот, как бы вы могли их выплеснуть, вот, чтобы они вам сейчас не мешали. Вот, ну, психолог это может помочь, психолог вам в этом может помочь. Вот, если вы позволите. Ну, а дальше уже будет работа. То есть, понимаете, до тех пор, пока вы сейчас считаете себя обиженной, до тех пор, пока вы считаете себя жертвой, вот, до тех пор, пока вы считаете, что с вами плохо обошлись, вот, до тех пор, пока у вас вот такое эмоциональное состояние, вы не сможете ни к чему прийти. Вот.
И весь вопрос заключается только в том, сможете ли вы самостоятельно справиться с этими моментами своими или нет. Вот. Практика, она показывает, что чаще нет, чем да, люди могут справиться сами. Вот. Но это, значит, решать исключительно вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.